Ну что, друзья, привет, мы продолжаем проходить с вами этот Definitive Edition. Прошлая серия была довольно длинной и интересной. Вот, в этой серии мы с вами допройдем в УЗИ, да, и продолжим проходить сюжет. Вроде как, либо это, либо следующая серия уже должна быть последними, потому что близится финал. Вот, поэтому, Саша, пойдем, давайте политику взять, прям кушать, прям чипить, пить или пить воды. При этом просмотре мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. Честно, ребят, сказать вам, 40% у нас есть с вами объем легких. Должно хватить для выполнения задания в УЗИ. Честно сказать, я использовал чит-код сейчас для того, чтобы, ну, собственно, объем, как сказать, бесконечный кислород был под водой, чтобы прокачать как раз-таки эту... Чтобы прокачать как раз-таки CJ объем легких. Честно, такой себе не хотел до конца использовать чит, но по итогу использовал чит-код, да. Вот, но думаю, мы с вами вернемся к этим играм. Не сразу, но через какое-то время, я думаю, все равно их когда-то буду перепроходить, и там постараюсь я не использовать чит-коды. Здесь я его использую для того, чтобы просто ускорить, как сказать, процесс, да? Объем легких ему прокачать, вот и все. Прошу прощения, ребят, за такое, но... Я уже их деактивировал, вот, поэтому надеюсь, больше мне не придется использовать прям чит-код. Я, по крайней мере, постараюсь, ну, до конца его не использовать. Вот. А сейчас у нас с вами в УЗИ, собственно, да? На ёпта, бле. Значит, начнем задание. Я включусь. Вот, все, подъезжаю с вами задание. Вот, так что больше не буду использовать. Блять. Так, встань! Больше я не буду использовать чит-коды вообще, то есть нафиг. Это лишь, ну, тут я использую лишь для того, чтобы ускорить вот эту тему, чтобы объем легких ему прокачать быстрее. CJ, вот. Ну ладно. Десантная операция. Так. Постой-ка, ты хочешь сказать, что ты не умеешь плавать? Это слово, когда я в глубокой воде, то начинаю паниковать. Кроме того, я до смерти боюсь угрей, кальмаров, морские водоросли и... Ладно, парни, я знаю, ты сейчас пытаешься от горки продумывать. Послушай, Сержей, мне нужно кто-то не из триады, кому я могу доверять. Ладно, подводим итог. Ты хочешь, чтобы я плавал в грязной портовой воде? Уворачиваюсь плавающего дерьма вьетнамских бандитов? Я установил шок на судне в Галле. Ты так негативно настроен? Послушай, когда я был еще ребенком, любил плавать возле Санта-Марии, меня однажды приоритет в плюсу пролип. Слушай, да, такое, блядь. Такого уже остается с тобой на всю жизнь. Уж поверь. Я должен кое в чем признаться. I'm blind. No shit. Yeah. Although I've trained my other senses to a point where you wouldn't notice my handicap, in the water, they'd be quite useless. Alright, Woozy, relax. Ну, я расслабься, не переживай так из-за этого. Look, слушай, я это сделаю. Так. И вот еще кое-что. Ты не знаешь, что черный, верно? И не китаец. I'm blind, girl, not stupid. Он так про себя говорил, осуждаю, осуждаю. Так, доберитесь до порта. Ну, let's go, чё. Погнали. Вот, поэтому я говорю, больше использовать читы я не буду, чит-коды. Не буду. Это единственный раз, когда я использовал чит-код за все прохождение, ребят. Что вот так вот. Так, что, на Форстово, да, ехать? Ну, давай. Тут, в принципе, не так далеко ехать. Да уж. Тяжело, машинки, тяжело. Так. Мы поезжаем с вами к порту, да? Вот. Это вроде как ластовое у нас задание должно быть, по идее. Давай, припарковались. Хорошо припарковались. Так, let's go. Так, судно, на которое нужно установить жучок, стоит на якоре в море.
Вам придется добраться до Вплайв. Маршрут патрулируют ребята из банды Дананга. Поехали, чё. Так, плыть к кораблю и поднимитесь на борт. Погнали. А, вот для этого, да, качали, окей. Путь впереди перекрыт, но есть подводный туннель. Вам придется нырнуть и проплыть через этот туннель. Что за хуйня, блядь? Что это такое вообще, блядь? Ну ладно, возьмите нож. У меня его нету, брат. А, нож. Где он? А вот. Так, взяли. Интересно получается, да? Ты видел два раза, он просто по воздуху плыл. Ну ладно. Рокстаровцы. Добрый вечер, рокстаровцы. Ой, стой, подожди. Сейчас он чуть передохнет. Все, погнали. Погнали, нам должно это хватить, в принципе. Да, в принципе, хватит. Снова на маршрутах хранят два патруля катера. Если вас заметят, налейте воду под воду, чтобы вас потеряли из вида. На поверхность охрана вас не заметит, пока вы не пошевелитесь. Хорошо. Ну это хорошо, это прям хорошо сделано. Хорошо. Сейчас он до конца пусть там накопит. Ну странно сделано, видите, они просто стоят, и потом мы подплываем, они дальше плывут. Типа, был бы, знаете, если для реализма делали рокстаровцы. Могли бы сделать, знаете, как, чтобы они вот так просто плавали вокруг и рядом, и все, просто плавали, да, рядом, и все. Нормально. Бля, испугался. Ну просто смотрит, чел просто не видит прям вблизи. Ну нормально, просто чел не видит, блять, нас с тобой. Хотя, видишь, мы близко стоим. Ну это его проблема, ладно, это его проблема, не наша с тобой. Где ракушка? Где ракушка, бля? А вон она. А, всего 4 охранника, нормально. Так, один чел гуляет у нас тут.
Кто-то еще тут ходил. Да, и слышите, тут ходит. Тихо, тихонько, стелс, стелс, стелс. Ну ладно. Чуть сломали мы с тобой, да? Стелс. Но вот с другой стороны, тема, чтобы шли вот с этой. А нам что нужно наверх, понятно, какой надо. Да уж, да уж, чел. Поплыли, чё? Да, вон туда обратно хочу возвращаться, понял? Интересно. Ну, миссия такая, она стелсовая, да, всё-таки. Не прям динамичная. Ой-ой-ой. My mind must be playing tricks. Хуесь, блядь. Просто нормально. Все нормально? Все хорошо у вас? That's the bastard. Расхуяли, блядь. Бля, ребята, ну это... полная хуйня. А почему они меня, блядь, видят-то? Shit, must have been a seal. Наверное, это был тюлень. Наверное, да. Сейчас она дышится. Ну тут чел вообще смотрит. Как бы такое, честно. Ладно, ладно. Похоже, можно было забираться на контейнер и просто взять лодку уже поехать спокойно, да, доехать. Ну ладно. Кого, бля? А я не могу ходить. Нормально все? Все хорошо. Кого, блядь? А все хорошо у вас, нормально? Я же при помощи геймпада. А вот, при помощи геймпада могу. А все. Давай-ка еще вот так сделаем просто и все. Быстренько и спокойненько с тобой сделаем вот так вот.
step into prison ain't too... Сейчас сделаем по красоте с тобой. Так, минус одна. Сейчас, ёпта. Давай, 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 давай. А где снайпа? Блять, это вуш? Ага. Все хорошо, чел. На, блять. Чё с ебалом? Так. Вот и все, блядь. Детишки, ребятишки. Ой-ой-ой. Вот и все. А вон там еще одна. Ну похуй на нее. Ох. Прикинь, 4 здесь было. Здесь челик еще один. Ну ладно, вон там внутри. Вот так надо было сразу сделать. И все. Какой стелс, блядь. Вы же знаете, как я по стелсу, да, прохожу. Вы знаете, когда, да, как я стелс прохожу. Всегда вот так вот обычно происходит этот стелс. Ну все. Это все, блядь. А те пусть стоят, что хотят, то и делают. Ой, блядь, что я сделал? Те пусть стоят, просто, видишь, кайфуют. Кайфуют. А мы с тобой спокойненько, оп-оп-оп-оп, и все. Вот так вот надо было сразу сделать, я тебе говорю. Вот и все. А то, блин, за обратно так же, так, куда, какой, ёпта, куда? Тут 4 патруля, получается, было, да? У носа, у жопы. А нет, у носа, у жопы. Корабля и по бокам он. Видишь, им вообще все равно, видишь, им вообще все равно. Просто все равно, ну. Ну ладно, ну ладно, чё. Ох. О. Да ёпта, ну быстрее, вот уже все, чуть-чуть осталось здесь. Одиннадцать тысяч. Неплохо. Так, собственно, чё, поехали это? Сначала что, покушаем пиццу с тобой, да? Как говорится. И потом поедем, собственно, с тобой вот дальше. Дальше к Вузе. Да проходить уже его миссии. И дальше уже пойдем по сюжетке. Странный тип, но он. Езжай в салон, точно, езжай в салон. Ну, тот самый пирс. Тот самый пирс. Так, пошли пиццу похаваем с тобой, то да. Нужно нам с тобой пиццу похавать. Like, давай, 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 что у тебя есть? Давай с этим. Не, давай гора еды. Побалуемся сегодня. Блять, я не ту нажал кнопку. Давай гора, гора. Гора еды. Watch it, it's hot. We stack 'em high, sir. Ну, а теперь салатик. Here, next. Nice and cheesy, does it? Все, души.
Все, теперь можно идти на задание. Дальше, да? Давайте, блядь, как дойду сейчас за задание, так и включусь. Так, вот мы с вами подъехали к заданию. Собственно. Мне так интересно, почему здесь черные двери все-таки? Непонятно. Ну ладно. Вузи, старина. Сержи, ты застал меня на выходе. Дела? Это большое дело, которое уплощит мой поединок в тонге красный пязин. Ну, конечно, наклюнулся, я должен с этим сам разобраться. Прости. Где новости, маленький лев? Чёрт, почему именно сегодня? Окей, шит. Take Guppy and go check it out. Trouble? Проблемы? The Danang boys are arriving to the Danang. Little Lion's gone to check it out. Что там, конечно, сделать? Отправились на разведку. Мне тоже стоило бы съездить. Ну, чувак, не парься, честное слово. Я за тебя все улажу, ладно? Спасибо, друг мой. Твоя помощь, друг мой, для меня бесценна. Спасибо, чувак. Остальные глаза где? Да не было за вертолетом. Чтобы пора облететь корабль. Слушай, если все пойдет хорошо, где-то через неделю позвони и прошу тебя в мое новое логово. Эй, Сиджей, ты что здесь делаешь? Да, он просто на выходившем Узи. Он мне все равно сказал, я решил поехать с тобой. Но мы не поедем, а полетим. Если не люби, не держись. О-о-о. Судно, он пришвартован в залине. О, да, вижу. Но не дай всего будет на страже. Что это? Мы стреляем и все равно. Ah, man, that hurt. Damn. Lost everything but my blade. Кто катается, блядь? Катается кто-то. Давай. Снова сюда же. Жак, видишь? Там много выживших. Суждаем, суждаем. О, это та самая, это. Прям корабля нам нужно выбраться. Опять стелс. Ева! Да за шу. Так, а где? Интересно получается. ХПшки у меня-то ноль. Ну, все хорошо у вас, ребята. Я даже не помню, где они туда стояли.
Опа, хпшечка. Прям хорошо. А, еще и темнее стало. Здорово. Так, мы с тобой сюда дошли. И что хотите, чтобы сюда змей главой пришел? Скоро будем пить колу на свободном западе. Эй, это что за хер? Да иди ты нахуй, знаешь ли. Знаешь, куда иди. Ох-ох-ох-ох, как опасно, опасно. Это очень опасно. Тут есть хпшечка теперь хотя бы? Или не? Или нафиг надо тебе? Или тебе или не положено? Не понимаю. А еще так темно, конечно же. Бля, а что так темно-то? Не, ну, знаете, если прошлой серии как-то можно было еще, да, если как-то до этого можно было что-то все понять, да, что как, что и как, то тут вообще ничего не понятно. Тут, ну, если понять, то, ну, не понять вообще, да, то есть если ты захочешь даже понять, да, как-то логически прийти к этому, то, ну, никак ты не поймешь это, потому что это, ну, не логическая часть ситуации была. Что это вообще такое, блядь, я не пойму, блядь, что это, блядь? Спасибо, игра. Рокстаровцы молодцы, красавцы. Погнали, быстренько пройдем с тобой. А, ну реально, это что, что это было вообще, блядь, непонятно, блядь. Так. Давай, 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 сержись, собирайся. Собирайся, блядь, куда? Забирайся, хотел сказать. Так. Чё, смотри, как темнеет ещё. Еще и темнеет специально. Я благо у нас броня даже сохранилась. Ну все. Вот там просто, понимаешь, там просто даже не видно, где они находятся. Видишь, еще темнеет специально для этого. Еще темнее становится.
сейчас, блядь. Кто там? Ага. Пожалуйста, мне главу не заманул. Пожалуйста, помоги нам бежать. Ну, понятно, блядь. Ну, просто, видишь, упражняется, просто йогу делает такую некую. Где сюда выход-то, блядь? Блядь, а можно, чтобы было видно мне, пожалуйста? Бля, вот я нихуяшеньки не вижу, если честно. Само все произошло просто и все. Ну ладно. Нормально, просто само все произошло и все. Ладно, ладно, ладно. Как говорится, не бака фича. Так, ну все, ребят, нам осталось с вами до сюжет лезть. Давайте дойдем. Да нет. Пошлите, доедем уже сейчас до сюжетки. И, в принципе, на этом, я думаю, все. Уй. А, ему вообще все равно, да? То есть звездочки не будет, да, звездочки не будет. Ребят, не бага фича. Что сейчас было? Просто чел улетел в моменте, ну ладно. Знаете, как доеду сейчас до задания, когда еду до задания, включу, чтобы хронометр, да, не затягивать все-таки. Показалось. Мы с вами подъехали к заданию основному, да, сюжет. Давай. Так, давай сохранимся с тобой быстренько и, собственно, продолжим. Я закупился оружием, да, в игре, потому что, блин, ну, не понятно, почему у нас в прошлом муницу сгонял, почему у нас в прошлом месяце забрали, но последний полет торрент. Последняя миссия в этой локации. Карл, это Вузи, у меня для тебя кое-какая инфа. Да, Вузи, что было? Знаешь ли фургон, который ты искал? А, торрент, да? Да, он там. Позже он собирается приходить с товара и смотреть на террасе. Это он как мод, и сообщи, если что-нибудь услышишь. Поехали. Это не так далеко ехать. Так, надо будет в этой серийке, да, найти миниган, но с вами РПГшечку, 100%. Потому что это очень-очень важно. Потому что это очень важно. Важная тема для нас с вами. Ой, блядь, что так? Вон РПГ-шечка. У вас немного на квадратный метр?
охуенные баги. Да, что я делаю? Вот так просто берем. Показалось. Мы сразу подушечку возьмем. Сейчас сделаем по красоте, смотри. Сейчас, сейчас, мальчик, подожди. Где он там? Там он сразу так. Все, 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 все. Погнали, в амуницию разгоняем за бронежилетом. Хотя вот здесь где-то бронежилет был, я помню. Сейчас, где это здание? Вот здесь вот. Ух, нет, не здесь. Перепутал. Педали. Где же, блин, где-то красное здание какое-то было, я помню. А, он там, наверное, он лежал. Мужик, ты в курсе, ты мне должен тачку вообще-то? В курсе? Ну, ты должен на машину. Вон там лежит бронежилет. Ща, вот он. Добрый вечер. Ну все, вроде нет. А, вон задания появились, все. Погнали. Пройдем. Да блять. На тоненького, ребят, было. Так, что, погнали? Next. Ай-яй. Ай-яй. Больше бум. Карл, ты теперь Лос-Анджелес герой, как мой кузин рассказал. А мои на меня злятся. Все охеренно запутано. Прикинь, даже братки, с которыми я не могу переезжать, вернутся мне из-за этого. Ну да, что ты собираешься делать, а? Я был райдер, но ведь был моим корешем. Чёрт, в карту сжил это. Маленький Кэти пытался присылать твоей сестре, ты знал, да? Нет, серьезно? Чёрт. Разобей. Ты сделал кое-что хорошее, да? Да, ты сделал, но это еще не все. Что ты имеешь в виду? У твоих бывших друзей остался один завод, и я думаю, что если ты с этим разберешься, то ты прикроешь бизнес. Слушай, Сиджей, кто это? Я работаю на УЗИ, он велел позвонить тебя. Ну ладно, что ты хочешь? Я же привел машину черт, чтобы ты начал крэк. Суждены звания такие. Если что. Опа, поехали. В общем, после этой миссии поедем с тобой. Найдем этот миниганчик. Он где-то в Лос-Анджелесе должен быть. Как я помню. Давайте как доеду, ребят. А ты тут чуть-чуть, тут не так много их. Ну ладно, как доеду, позвоню. Тут не так много ехать, собственно. Так. Hey, man, is it ready?
Ничего, готово? Я поставил ее, залезай. She's packing enough to take out that crack lab. I've wired in a delay timer to give you time to get out. Cool, good luck. Поехали, шо. Прикольно, смашинка, прикольно. В этой игре. Ой, прикольно выглядит. Внешняя моделька. Ох, ну давай, давай, что там надо. Быстренько надо сейчас. Быстренько туда-сюда и все. Все, пока, ребята. Зачитал, ушли, видишь. Ух ты, блядь, здесь пизда, ребята. А чё, залагал? Ну ладно. Бывает. Ой, все, пока, ребят. Ну, так вот, ребят, быстренько все проходит. Брана тоненько, кстати, на самом деле. Если там не забаговались бы в моменте, то не бака фича, как говорится. Собственно, все. Так, ну чё? Все, что ли, по заданиям? Или нам вот это S красным точно тоже нужно проходить? Я думаю, нет. Эх, разгоняем с тобой за этим броником. И... Подожди, нам S нужно красным тоже пойти, я не понимаю. Я думаю, нет. Если да, то это странно. Очень странно. О, я же говорю. Слушай, это твой друг. У меня есть какие-то вести о твоем брате. Приезжай ко мне на ранчо, и я все объясню.
Это в Тиарабадово. Проверишь мост Гарвер? Езжай на юг. Что ты нахер такой? Я не могу говорить. Тащи сюда свою задницу. Ну и погоди, что стало с сучкой. Суждаем ли, что видел, что ли, блядь? Ну сейчас, гудбай кишется мне здесь. Погнали, чё? Погнали! Давайте, ребят, как доеду до туда, да? Как доеду до миссии. Сразу включить. Ребята, мы с вами подъезжаем, ребят. Задание уже. О, я помню эти задания, да-да-да-да-да. Ну, здесь тоже, тут не так много будет. Здесь как вот... Как вот в где? Короче, как вот здесь задание будет примерно как вот в этой локации, вот в этой. Там пару штук всего лишь, не более. 5-7 штук и все. Ну вот, вроде как. Вроде как. Так, ну вот звучит, где он? Монстр. Кай, давай, добро пожаловать. Ну-ка, сделаем его прием, приятель. Ты знаешь о моей семье? Сперва мы должны выяснить, что ты сделан. Из-за чего, как думаешь, я сделан? С пудинга? Нет, из-за него ненависти. Из-за этого ты мне не нравишься. У тебя же есть машина. Даже для вашей поездки? Значит так, тут главная скорость и целеустремленность. У тебя в кабине GPS, доберешься до каждой отметки как можно быстрее. Пойдешь по всем радиаторам, затем вернешь тачку обратно. Уберешь код GPS, во-вторых, проиграл что? И в-третьих, кто такой, мать твою? Прости, принцип минимальной осведомленности. Да и вместо ручного тормоза режим руления всеми колесами. Удачи. Быстрее, чем за 6 минут 30 секунд. Да, попробуем, мы должны это сделать, в принципе, Тихо-тихо, вода. Охуенно. Пизда там. Реалистично. Ты, блядь, издеваешься. Всё лишь только 17 проехали, ёбаный рот. А уже половину времени потратили. Ебись, почти.
Ее разворачивает еще очень сильно. Надо уметь контролить. Там, в принципе, должны справиться. Половину времени потратили, уже почти все закончено. Тибетка доехала. Доехали до зря. Закончить эту миссию в 6:29, просто 6 минут пройдет, 29 секунд. Это вообще трэш. Да ёпта, иди нахуй. Да ебало за колесо, пожалуйста. Ой, прошу прощения. Прошу прощения. B2420. Ну нормально еще, ладно. Он уже работает на СГ, да. Будет на связи. Кто это, блять? Непонятно нахуй, да? Ну и. Кто же, что-то возьми? Сынок, возвращусь на раньше, я тебе всем объясню. Что это на все? А сейчас не можешь? Похоже, нет. Поехали. Угон. Осуждаем. Ну как, что за хрень, чувак? Эй, Тайан, я познаю, я виноват. Что-то они мне сказать? Я решил покупать постол. Покупайся. В любом случае, все же говно. Снись и сядь. Да, обсуждаем. Ты думаешь, а себя мне с поборником добра? Ты хоть понимаешь, что происходит вообще, что-нибудь понимаешь? Понимаешь? Нет, я стараюсь с тобой не вдаваться детально. Не пытайся себя подкалывать. Я работаю на правительственное агентство, неважно на какое. Я пытаюсь не сбить тебя с толку. Да, мы когда вы меня видели в последний раз, я устранял угрозу из Латинской Америки. Использовал все доступные средства. Нет, это не делает контрольный торговец наркотиками. Нет. В итоге мы подняли денег и обзавели друзьями, и все это без меры помогло нам в наших заграничных интересах. Правительственное агентство? Наивные детишки вроде тебя верят в киношных героев. Мы просто идем... Ну, осуждаем. Если я буду героем, то проиграю, что мы получим? Но они, кстати, Огайо, сделаются друг с другом, никто не покупает. Такое вот говно. Так что расслабься и слушай. Хорошо, хорошо, я слушаю. Я знаю, что ты за парень. Мне нужен парень вроде тебя. Чтобы делать то, чем меня не должно учить. Ну, мне нужно, чтобы ты реквизировал грузовик. Конкурируешь агентство с самой институциональной повесткой. У них есть то, что нужно нам. Это работа для двоих. Тебе понадобится напарник. Используй парня своей сестры, но не говори ему об этом. Помни, я буду следить за тобой. Нормально, блядь. Охуенно, спасибо, дед. Спасибо. И попиздил просто. Пошел, бля, ягоды собирать. Пошел ягоды собирать. Нормально. Ну, теперь все прояснилось. Я, кстати, этого не помню. Да, Роша, откуда ты знал, что мне нужно помочь? Шестого человек. Ты звонил мне полчаса назад. Звонил? То есть, да, конечно, я звонил. Спасибо, чувак, слишком много мыслей в голове. Jack in a train, Holmes?
Да. Может, вниз поедет или туда? Туда поедет. Блять. Куда покатился? Стоять, блять. Да ебать, что с ним не так? Да долбоёб, может, ты прыгнешь, блядь, к нему? Иди ты нахуй, таксист, блядь. Okay, CJ, let's get this rig back to the garage. Ох, блядь. Поехали, шо. Угад, делаем грязную работу за него. Нормально. Что могу сказать? Ничего не говорю, не могу сказать, что у меня. Делаем грязную работу за этого деда, блядь. Ну, деда, пока он ягодки все собирает. Ну, юмор, юмор. Так, ну все, подъехали к гаражу. Что дальше-то? Так, интересно. Так, что же дальше будет? Он должен нам позвонить сейчас. Сказать, возвращайся обратно раньше, я тебе скажу, что там да как. Извини, брат. Бабулька или бабушка, извините. Так, что дальше? Сюда, сейчас же. Ну, что бы сделал болтаться? Вот засранец. Ну, а теперь, как доеду, так и включусь. Смотрю, пока мы едем, мы уже почти подъехали. Ну, когда я играл сам с того времени. Ну, когда мы был, и, конечно, зашел какой-то сервак и устроился в пиццу доставлять. Первый заказ же, я поехал, конечно, в какую-то фирму, меня приняли туда работать. Ну, там, с кем-то, ну, мужиками, так понимаю, там прям мужики были реально. Если вы это смотрите, привет вам, конечно, огромный. Вот, и они приняли во фракцию, какую-то мы работали, а вот потом взяли, там, через какое-то время, там, взяли, подарили вот такую машину в игре. Только машину только другого цвета, я такой, вау. Вот, вроде лидер той фракции нам мне подарил вот эту вот такую машину. Только другого цвета, бежевого вроде. Интересно, да, воспоминания? Прикольно. Это было уже, это реально было очень давно, это... не соврать, но может лет 10 было назад. Но мне, я помню, я просто сейчас, когда я ехал на этой машине, вспомнил, что когда в Сампе играл, я там говорю, я устроился в пиццерию работать доставщиком вроде, на серваке каком-то. И первый заказ поехал, или второй заказ это был, вот, поехал на во фракцию, это была доставка, мне сказали, блин, не хочешь ты нас проводить? Я такой, давайте, мы там, ну, я во фракции вроде, грубо говоря, работал с ними в игре. И мне потом через какое-то время лидер фракции подарил такую машину в игре. Ну, только бежевого цвета. Это было прикольно. Прикольно было.
Вот, если кто-то из них посмотрит, то вам огромный привет. Вот. Огромный привет вам. Так, ладно, мы приехали с вами на задание, ебаный рой, блядь. Let's go. Запрет. Во, я понял, я 15-16 нужно то наше молдение. Прям что, бля, осуждаем, блядь. Вернулся у большой луны. Разбей свое сердце, конец связи. Карл, сделай это уже. Успокойся, он в порядке, окружной тюрьме. Крыло Ди, камера 13. Слева от нас не то видится, мечтающего вроде ему годы, осуждаю, блядь. Справа лежит на белый осис, который хочет буквально сажать его сердце. Осуждаю, осуждаю. Но ты бы не волнуйся, вообще-то темпани и пуласки еще относительно безобидные. Конечно, если только ты не член семьи полицейского Бренберли, то чё? Но ты ведь об этом все знаешь, верно? Эй, man, how you know all this stuff, man? And won't you stop it? You just don't understand, do you, kid? Look, it's all white knights and heroes. Одни светлые рыцари в голове, а жизнь требует трудных решений. Я понимаешь, пытаюсь натравить еще, а иногда позволяю хорошо прям умереть. Для тебя он брат, а для меня расходный материал. Такое, блядь. Это очень деликатный выбор. Здесь заплатят все подонки в этой стране. А здесь все подонки вне этой страны. И мои коллеги, мы сраная ось. Именно она нас держится. Пизду, тебе нужно приехать вот сюда на баге. Затем зажжешь сигнальную шашку и берешь на груз. Позвука, а ты начал моего брата? Что ты за херню принес? Не волнуйся. С красавчиком все в порядке. Если будет пальцем тронут, притянщик придет домой, найдет свою жену и детей убитыми. Осуждаю, блядь. Осуждаем, блядь, осуждаем такое нахуй. Шу, ебанутый, блядь. Осуждаем, блядь, осуждаем такое. Что, все, то, что он сказал, осуждаем, конечно. Спасибо за такую признательность, но осуждаем, блядь, осуждаем, блядь. Осуждаем. Так, ну, давайте доеду, включусь сразу. Чтобы не затягивать комментарий, да? С прикольной фичей они сделали, да? Вот так поворачиваешь, вот мышку поворачиваешь вот так вот в сторону, и видите, он целится туда, и вот туда. А раньше нужно было вот так делать. Вроде как, вроде как. Может, я не замечал. Не знаю, честно. Так, вот оно. Я понял, что здесь задание будет. Ё-моё. Господи, что же так долго? Да, ты где? Далеко. Мне когда мы все размусловили твоим. Выйдите, ваша разумная штуковина, которую оставил. Разбираться в зоне выброски, я ожидаю нам посылку. Опа, сюда. На баге вот таком будем кататься. Интересно. Кстати, подобные баги в GTA 5 же, да, вроде? Да, в GTA 5 подобные баги есть. Такого вида изменили, но такое есть там баги. Но такого вида изменили и все. Так он примерно такой же. Так, и что нам делать? А вы же забивает. Вот тебе, прекрати что делать. Как вертолет летит. Так. Постой! Че, чувак говорит, что у него возникла проблема. Да, то есть сайты идут на ветер, а ты их видишь? Да. Так бей их, ты должен учить груз с любой ценой. Блять, серьезно, нахуй. Блять. Да ебать твой рот! На нахуй. Ой, только не сюда, блять. Тихо, 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 только не сюда, мужик. Бля, да вы заебете. Сучка ебаная, блядь. Ой, блядь! Полиция!
Блять, 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 блять. Иди, уходи, уходи, мужик. Бля, прям лучше, ребят. Блять, серьезно, нахуй. Ты, блядь, серьезно сейчас? Пара-пара-пам! Пум. И все, нахуй. Поехали. На, нахуй. Где еще один? Ебать ваш... А как, блядь? Где еще? Где-то вон он летит, смотри. Блять, вы серьезно? Блять, вы серьезно? Хуй ты не считаешь, что, блять, это? Где чел этот летает еще? Так, где-то вон там летит, я вижу он. Пам, нахуй. И вон там еще летит. Бля, не попал, прикинь. Да ебаная тварь. А, ну. В принципе, все нормально. Все. Трэш полный, блядь. Угу. Блин, сейчас надо будет тут вроде как удирать, да, от кого-то там, как я помню. Вот еще парашют возьмем, чтобы парашют взять. Оп-оп-оп-оп, смотри. Покедово, мужики. Он как-то сами справляется. Да все, все, пока. О, ебать нахуй. Видел? Трэш, конечно, полный. Полный трэш был сейчас. Красиво, да? Красиво. Красиво, красиво. Красиво. Мы сейчас ты красиво, красиво. Молодец. Красиво. Спасибо. Так, ладно. Сюда вроде еще вернемся, вроде. Сюда вроде еще вернемся. Да ебать, камень, что ты тут встал-то? На камень. Okay, get the package back to Las Brujas. Where are you? You giving me the heebie-jeebies, man. Carl, I will always be watching, or listening, or both. На эту машину можно? Понятно. Ну, снова на ту тему еще полетим.
Вот и все. Вот так вот, ребятки, вот так вот все и делается. Его... Так, ну давай сейчас тогда доберусь и включусь. Мы же тут добрались почти сюда, смотри. Наброс парашют. А как здесь поджимать? О. Стоям бы, ёпта. Понятно. Понятно. Интересно, очень-очень интересно. Улицам ты. Ебать, такой же вертолет теперь, смотри здесь. Че здесь мой такой же территорий стоит? Нормально, блядь. С кайфом. Так, ну погнали, чё. Next. Вердант Медоуз. Это история про неё. Мне так спокойно спать ночью. Ты ж мужик, что тебе не надо? Ты сомневаешь меня об этом? Нет, пока нет. Представь себе, я пообещал это, чтобы ты на меня работал. На прочь двинутый. Но факт то, что мы на самом деле за ним присмотрим, потому что мне, как и тебе, он нужен живым. Ну, спасибо. Просто что ты для меня сделал? Фрейдский профессионал, модельный агент, по-моему. Готовы, чё? Значит, цена. Русский шпион, маленький толстый, похож на яйца. Просит разрешить ему подобразить тебя. Всё же давай, блядь, что That ain't nothing cool, man. Just leave me alone. Что, что ты прикрылся? У тебя не проблема. Не парься. Преступник может еще посерьезнее, чем ты детали осуждаешь. Ну, ты заметь ситуацию, надо делать другое. Осуждаю, осуждаю. Ну, так что тебе надо? Короче, мне нужно прикупить одну недвижимость. Стоить должно недорого, заплатишь ему твердый доллар. Если окажется неизговорчивым, вижу. Скоро ты мне понадобишься для реально мокрой работы, окей? Хватит побираться по мелочи, давай двигай уже. Ой, бля, осуждаю, осуждаю еще. Ну ладно, все осуждаю. Осуждаем, не поддерживаем, что он сказал? Ой, так, блядь. Ну поехали, чё, на заброшенный аэродром нужно купить его. Давай, чё. Дорогой дневник, не передать ту боль. Осуждаю, осуждаю. Нормально, сквозь сексуру же проходим, нормально, с кайфом. Блять, пизду, короче. Сделаем проще. Ты стой, блять. Сделаем намного проще с тобой сейчас. Пиздец просто. Кто его так припарковал сюда, ёпт? А, может это типа, когда мы летели с тобой, может он из-за этого? Может так сам припарковался с кайфом? Удобно, удобно. Так, ну чё, полетели, чё? О, вот тарелка, смотри. Блин, здесь столько, я помню, столько, когда я был, играл в классику, здесь столько всяких мифов, блин, находили. Я их даже проверял. Только всего здесь всяких теорий, не теорий было и тому подобное. Эх, эх. Помните, ребят? Что интернет писали, что вот в такое-то время нужно проехать там, увидеть что-то, того-то или что-то там еще. Типа увидишь там, ну, что-то такое, знаешь, увидишь там что-то. Ты ехал, проверял, или не видел, или нет, не помню. Но факт все с фактом. Столько всяких теорий и заговоров здесь было вокруг этой игры. Только теории, наверное, больше, да. Что типа в какое-то время нужно подъехать куда ты там увидишь, что ты вроде даже да, проверял, и там реально было видно, вроде как. Может и нет.
Истребитель, что ли, блядь? Нормально, блядь. Так, ну шо, let's go, let's go, let's go. Так, это мы сразу приготовим. На всякий случай, на всякий. На 100, о, нифига, 102 000 на 100. 80 000, ебать. Недвижимость куплена. И... Можно не сохраниться там и... Так, ну пока больше никто не звонил, сейчас. Нормально, сквозь текстуру проходит все. Текстура сквозь текстуру, блин, Rockstars, молодцы, молодцы. Красавцы. Не буду исправить баги, да, там и тому подобное. Охуй. Поменяем просто чуть графику, сделаем ее, блядь, намного чуть, ну, сделаем модельки намного уебичнее, блядь, и... Так, пойдет за 5000-то. Добрый вечер. Че, нам никто звонить не будет больше, все? Серьезно. Это все, блядь. Все, что ли? Ну, давай уже. Припарковал знатно, да? Хорошо припарковал. А что, все? Реально ничего не будет тут? Больше. Странно. То есть мне вот эти две S нужно красные пройти или что? Ну давай пройдем, ладно. Пошли пройдем, попробуем, чем бы нет. Пошли пройдем. Ну, странно как-то, ну ладно, пошли пройдем, чё. Привет, Карл, как тебе наш новый операционная база? Чего-то не хватает. Может, меня смогут промотивировать теннисный корт и бассейн? Очень мило, Карл. Просто пройдись. Так, слушай, тебе предстоит научиться летать. Я провел ряд испытаний, получил в нем доступ к малой части по телевизору. Ты придется доверять мне, что ты можешь летать. Если ты все-таки собираешься доработать свободу брата. Блин, ну ладно, чувак. Замечательно. Нормально. Ну, допустим, и все. Или мне нужно реально проходить это? Это же доп задание, нет? Поехали, ладно. Ха-ха.
Это, ебать, сложно, нахуй. Все вроде нет. Это же доп задание, да, вроде? Да, вроде да. О чем? Не звонит, не говорит ничего. Или мне нужно эти красный S пройти все-таки? Да, эти красный S мне нужно пройти. Я правильно понимаю? Да, навряд ли. Здесь у нас с тобой больше ничего особо нету. Че, реально тебе 2S нужно пройти красное? Это же как доп задание, нет? В общем, реально, ребят, напишите в комментариях. Хотя нет, не пишите, я сейчас, наверное, закатываю, потому что я там просто как обучалка, я думаю, попробую пройти все это дело. И просто в следующей серии мы с вами продолжим проходить данную игру. А. Ебать тайминг, блядь. Охуенный тайминг, ребят. Пиздатый. Эй, в чем дело? Привет, как это дела с порядком, а? Да, что вообще, это... Я хотел тебя об этом знать, но ты знаешь, ты все стороны разложил, что ты наложил, да? Может, чем чуть-чуть. Если не думал, хоть и было бы убить двух торговцев уже с кейсом, полных наличных. Как это вызывался страха, ясно. Ну да, прав как не забить, но толкучка в Вайлдвуде. Взлетает, Карл. На. Короче, все, понял. Ебать тайминг. Ну вот игра ответила мне на мой же вопрос. Нужно пройти вот эти 2S красные, короче. Ладно. Тогда закатом все это дело пройду, в следующей серии мы с вами продолжим проходить данную игру. Спасибо за просмотр, тогда Сергей Блок, в принципе, все. Ставь лайк, подписывайся на канал, тебе не сложно, мне приятно, спасибо за это делать. В принципе, спасибо еще за просмотр, увидимся в следующих сериях. Давайте. Я смотрю, прилетел хуя, ну, блядь. Пиздец, вот этот тайминг, конечно, был жесткий. Давайте.